полное описание и точная дата выхода 6 серии нового сериала «За полчаса до весны». 6 серия сериала выйдет на Первом канале 17 апреля. В новой серии мы увидим Минск, 1970 год. Неожиданно Мулявин находит тот самый голос, ресторанную певицу Елену Елисееву. Однако заполучить Алю оказывается не так-то просто. Ревнивый муж срывает девушке прослушивание в самых песнярах. Томск, 60-й год. Володя и Лида начинают свою семейную и гастрольную жизнь. Вскоре Кармальская узнает о беременности. Однако эта новость скорее страшит ее, чем радует. Минск. Аля приступает к репетициям рок-опере о Доле. Присутствие красивой, талантливой женщины благотворно влияет на всех участников коллектива. Особенно светится Мулявин, что не остается незамеченным любящей Лидой. 6 серия сериала выйдет в эфир 17 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.